Городской репортаж. Встречи главы города Евгения Жиркова с жителями продолжаются. На этот раз пришла очередь микрорайона Южный. Что интересует жителей, узнаем прямо сейчас. Одна из животрепещущих тем – обеспеченность микрорайона детскими садами. Евгений Жирков заверил жителей, что скоро в Южном начнет работать новое дошкольное учреждение. Он уже строится, этот детский сад, компания «Лидер». И я думаю, что первая половина следующего года он будет введен. В ходе встречи подняли тему строительства поликлиники и, как ни странно, театра. Как выяснилось, здесь живет много актеров, которые хотят работать в своем городе. Нет у нас ни дворца искусств, ни театра, ну как ни назови, но какая-то концертная солидная площадка с современным оснащением, где, может быть, у нас бы базировался какой-то свой профессиональный коллектив. Глава города пообещал помочь с репетиционной базой, а вот создание театра только в планах. На данный момент первостепенными являются другие задачи. Должны приоритеты быть. Вот сегодня у нас проблемы, допустим, вы сами же вот ругаете нас, не хватает поликлиники, плохие дворы, не хватает света. Вот эти моменты нужно сначала наладить как-то, а потом уже немножко нужно вектор менять и идти дальше. Один из приоритетных вопросов – обеспечение безопасности дорожного движения. По просьбе жителей Евгений Жирков осмотрел прилегающую к 22-й школе территорию. Глава города поставил задачу – до начала занятий огородить ее забором, а на следующий год провести благоустройство. В процессе встречи было решено, что на этом месте появится автомобильная парковка, а это техническое здание, возможно, украсят граффити. Рядом с этой территорией во дворе около дома по адресу улицы Твардовского, 15, уже идет комплексное благоустройство. Построена большая детская площадка и, как выяснилось на встрече, осенью установят новые опоры уличного освещения, заменят светильники и кронштейны. Также горожане попросили установить фонари возле храма Преображения Господня на Леоновском шоссе. Недалеко от него обустроены детская и спортивная площадки, и поэтому место привлекает большое количество жителей микрорайона. Как пообещал глава, проблема с освещением там будет решена до 1 октября. Алина Файзулдаева, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая была Шахалайф. Городской репортаж.